Thank you.
Проверим компрессию. Подниму за правый полкорпус. Поднял. Компрессия в норме. Баян Восток. Он такой немножко уменьшенный. Для детей очень хорошо подойдет. Стандарты чуть-чуть выше. А это вот пара выше стандартный, а это чуть пониже. Такой вот уменьшенный. Легкий, компактный. В отличном состоянии. Играешь спокойно. Все звуки чисто звучат. Очень звонкие, мощные басы. Знаменитые кировские. В городе Киров сделан.
инструмент. Восток называется. Внешний вид отличный. Ремни кожи с мягким подкладом, широкие, в отличном состоянии. Вот регулируется ремень здесь так вот, барашком. Вот два барашка откручиваешь и регулируешь вверх-вниз. Под любую руку, под детскую, под взрослую. Вот. Чистенький весь. Блестит, переливается. Здесь тоже широкие ремни, хорошие, стоят. Тоже с мягким подкладом. Мягенькие. Чуть-чуть они такие вот не прямые, а вот тут чуть-чуть изогнутые, чтобы не мешали играть подбородку, чтобы вот так вот, когда они ремни висят, они не мешали, не задевали подбородок. Они расходятся здесь. Так что вот такой вот инструментик. Очень хороший. Звонкий. Кнопочки нажимаются мягенько. Откликаются сразу. Хорошая такая амплитуда нажатия. Вот к нему есть кофр. Звоните, приезжайте, смотрите, покупайте, если понравится.